Меня зовут Катя, я приехала из города Омска, программа МСР. Для начала я узнала, что мы едем в теннисную академию, и меня это очень заинтриговало, так как я занимаюсь у себя в городе теннисом на протяжении 2 лет. И действительно, сейчас мне очень нравится эта программа, мне нравится тренер, место, где мы тренируемся, мне нравится все. Эта программа была мне полезна, так как дала мне возможности научиться новой технике игры, узнать что-то новое, чему бы я не могла научиться в России, так как здесь тренера, они по многим отличаются от тех, которые преподают у нас. И действительно, я набралась опыта. Изначально, приехав сюда, эта программа показалась для меня сложной, так как часы тренировок были достаточно велики, и полностью система отличалась от той, которая была раньше в России. И мне пришлось научиться играть по-новому, и все те удары, которые я использовала при игре там дома, сейчас это абсолютно другие вещи. Не то чтобы моя техника игры раньше была неправильной, эти удары просто отличались от тех, что были ранее. Это все просто расширило мои возможности, и играть в теннис мне сейчас стало намного проще. Я играю в теннис еще с большим удовольствием.